Здравствуйте, снова рада всех приветствовать на своих занятиях. И в прошлый раз мы рисовали нарциссы. Надеюсь, у всех все получилось. А сегодня мы порисуем подснежники. Я такую картинку вам приготовила, прям вообще, прям у меня гиганты подснежники, и облака, и снег идет. Но, опять же, это на выбор. Я напоминаю, что фон мы можем фантазировать сами. Придумывать, как вы будете красить, чем пользоваться будете, губкой, кисточкой, брызгать вы будете зубной щеткой. Из моих прошлых всех видео занятий, кто постоянно присутствует, все прекрасно знают, чем можно это делать, как можно это делать. А кто не знает, присоединившимся предлагаю посмотреть видео и потренироваться. А сегодня, сейчас мы возьмем карандаш в руки. И как вы видите, у меня здесь уже линия пополам разделила листочек. Вы то же самое сделайте. Нижняя часть, посмотрите, это вот этот снежок. Да, такая тоже кривая линия. Это произвольно. Абсолютно. И посерединке у меня есть вот такие вот два красивых листика, которые пробились сквозь снежочек. Сквозь землю, сквозь снег появляются такие ростки. Дальше мы рисуем в эту сторону вот так листик. Можно еще вот сюда добавить листочек. Это уже как ваша фантазия. Вот сейчас мы добавим, как нам хочется, вот такие вот листочки. Вот. И теперь стебли. У нас, видите, три подснежника как. Вот здесь я сейчас нарисую стебель. Смотрите, куда он у меня уходит. За пределы линии, высоко. Здесь соединяем. Отсюда вот так идет росток. Стебелечек тоже еще маленький. И тут уже держится наш бутон. Теперь посередине цветок. Вот. То же самое. Соединяем тут все. И опять маленький росточек. Вот эти вот листочки за пределы цветочка обязательно рисуем. И с этой стороны здесь тоже мы рисуем наш цветочек. Ну что, теперь смотрите, полукруг, полукруг. Такой, да, вытянутый полукруг. А теперь центральный лепесток. Раз. И от него вот такие вот еще линии. Центральный лепесток. И сбоку вот такие вот линии. А внутри еще можно вот так провести. Вот. Сейчас я стеркой вот это вот убираю все. С этой стороны листик вот такой. Мы такие листья уже много раз рисовали. Я надеюсь, это не составит труда. Только за исключением новеньких, присоединившихся к нам. Просматривайте все видео, тренируйтесь. Вот, мы закончили. Наверху я не буду облака рисовать. Фон это у нас по выбору. Да? Вот это все, то, что здесь указано, можно заменить на что-то другое. Ну что, начинаем, так сказать, поехали. Теперь возьмем белый цвет и пройдемся белым цветом. Сразу, пока водичка у вас чистая, мы выполним вот это вот белым цветом. Закрашиваем. Такая прелесть. И пошли рисовать снежок. Вот прям указывайте его здесь. Вот. Закрашивайте этот карандаш, чтобы его не было видно. У меня гуашь. Вы можете акварелью, гуашью пользоваться. Вот мы и сделали такой островок.
теперь нам понадобится голубой цвет, да? Ну, как бы немножко снежок сделать каким-то таким с голубым цветом слегка. Голубой, серый добавляется. Где-то он темнее, где-то он светлее. Так. Пока у нас подсыхает, мы идем дальше. Сейчас также голубым цветом нам надо пробежаться по нашим цветочкам. Вот так. Только верхушку вот так мы подкрашиваем. И с этой стороны. Вот так контуром здесь вот подчеркиваем. Проводим вот так вот линии, да? И внутри немножечко подкрашиваем. Сейчас покажу, что мы сделаем дальше. Чтобы вот такого резкого не было, мы намочили кисточку и слегка убрали эту резкость такую. Каждый раз кисточку мойте. Вот эту полосатость, так сказать, снимаем. Так, кисточку помыли, провели вот так. Получилась вот такая вот нежность. После того, когда она немножко подсохнет, мы возьмем темно-темно-синий и чуть-чуть где-то обозначим. Прям чуть-чуть, сильно не надо. Наверху. Вот так. Видно, да, всем? Вот так чуть-чуть синеньким подрисовываем. Не везде. Везде не надо. И с этой стороны. Кончик можно где-то подрисовать. Это уже тут на ваше усмотрение. Почувствуйте то, что вы делаете. Вот такая вот прелесть получилась. Ну и листочки. Зелененькие, свеженькие, салатовые листья. Красим. Больше натурального зеленого добавляйте, сочного такого, да, потому что они молоденькие, только появляются, и, естественно, хочется зелени такой настоящей. Вот, вот так вот, да, где-то такие листики, где-то немножечко другие, но в целом потемнее. Здесь у нас темней, тут у нас потемней. Вот так. Вот как красиво. И с этой стороны мы с вами заканчиваем. Вот так. Молодцы. Закончили. Здесь продолжение внутри стебля. И сюда немножко уходим. Вот мы с вами закончили. Ну, а вокруг, чтобы наш островок не был таким печальным, мы немножко добавим земли.
земля, как говорится, есть повсюду. Ну вот и все. А дальше уже, как говорит Ирина Михайловна, ваше творчество самостоятельное, да? Рисуйте, не бойтесь, с удовольствием. Вот так вот. Вот я обозначила землю. И можно, наверное, взять еще так белого цвета и прям вот так вот наляпать. Вот снег у нас тут где-то, да? Здесь вот так снег. Прям белым цветом. Сюда вот так вот он уходит. Здесь где-то. Вот прям ляпайте, где вам нравится. И пусть у вас так будет наляпано. Вот такая красота. Ну а дальше вы можете губкой попробовать сделать небо, фон. Может быть, вам захочется сделать каким-то желтым. Все. Вот посмотрите, я, например, сейчас немножко так покажу вам. А вы сравните, да? Вот у нас. Просто я сейчас чуть-чуть желтеньким пройдусь. Вот такое вот обозначение. Вот. Голубой фон. Не хочется, надоело. Вот можно таким желтеньким пробежаться. Дальше можно посветлее сделать желтеньким. Все не заполняем, оставляем какой-то воздух, пространство. Ну вот, смотрите, да? И сразу немножечко стало все по-другому. Вот так вот. Ну а тут вообще еще светлее желтеньким можно сделать. И в принципе все готово. Готово у нас. Вот так. В общем, экспериментируйте, придумывайте свой какой-то фон. Вот у меня вот так вот. Здесь один, здесь другой. Ну что, желаю вам удачи. До скорых встреч.